Здесь у нас находится зона ресепшн. Здесь главный ресторан. Сейчас у нас будет завтрак, посмотрим. Там бар. Можно взять самокат, он электро. Мы вчера пользовались, 15 евро час. Можно покататься на велосипедах. Ну, вот такой вот задний двор. И проход к морю. И снова мы находимся в отеле Норус в Нарве. Значит, такой вот семейный, большой, достаточно просторный номер. Два дивана раскладываются. Здесь у нас чайный набор, холодильничек, ванная комната тоже достаточно большая. И обалденный вид. Здесь видно у нас море. Площадка детская, спа-зона. В общем, вечером очень красиво. Закат можно посмотреть. Класс. Сейчас находимся мы в спа-зоне. 36 градусов здесь заходим. Это любимый вид. Здесь все фотографируются всегда. Красиво. Там находятся комнаты, сауны, арома комнаты с разными температурами. Здесь бар. Можно взять прохладительный напиток. Это основная часть. Из нее можно выплыть на улицу. Бассейн. И там, где есть закусь теплый. Ну и вот здесь. И там номера как раз наши. Здесь можно выйти на улицу. Тут круговорот. Тоже в закуте можно полежать. Здесь чистая сауна. С просмотром солнечным. Это детская зона. Детский бассейн. Здесь спортивный бассейн, тоже вот он достаточно большой.